Только вот, правда, сама Магнитка сегодня пока ограничивается одним голом. Блин, смотрите, сколько. Чибиса. Тут удаление будет. Ну вот. И дождалась-то Магнит. На что сегодня расчет? О! Забивает на отложенном Металлург 2-1! Ну, что-то невероятное, конечно, происходит. Магнитка верна себе. И там рикошет. И это все мешает Белялову. Сейчас будем изучать. Маклюков, тот самый, который спас свои ворота во втором периоде от неминуемого гола, наносит бросок от синей линии. Маклюков, тот самый, который 2 года не забивал и говорил, что ему может помочь только чудо. И вот мы видим тут... Ошибается Белялов. По-моему, даже не было рикошета. Ну,